Отрицательно надо записать только. Это хороший сайт? Каждый месяц, ну, меняем. Я не могу ничего говорить. Меня готовят к операции. Сейчас прохожу все необходимые процедуры. Но операция будет только завтра. Поэтому я держусь, креплюсь. Всем доброе утро. Надеюсь, оно у вас именно такое. Ночь в больнице. Ну, состояние мое... Внешне, может быть, покажется получше. На самом деле меня все трусит, мне тяжко. Просто насмотревшись на таких же девочек, как я, ну, как-то... В общем, сегодня день Х, да? По ситуации зависит будет не от вас и не от меня. От состояния внутри, что будет как. Ночь прошла, и слава богу, операцию перенесли на следующий день, не в тот день, в который я поступила. А сейчас жду своего часа, и я не заходила, не смотрела ваши комментарии в Ютубе, но вчерашнюю статью, которую я написала, как только я сразу поступила сюда, конечно же, я мониторила. Я знала, что там 90% будет очень хороших, добрых людей, которые меня будут поддерживать. Но хочу сказать тем, которым непонятно, почему я, как только узнала, что у меня случилось, об этом рассказала в своем блоге. Это моя вторая потеря в жизни. Для меня это очень тяжелый момент. И в первую очередь я хочу сказать, что все люди разные. В первый раз я промолчала и никому не сказала. Я лежала в больнице, даже помню, как писали мне гневные комментарии, что так нельзя с подписчиками обращаться. Пропала, молчит, мы отпишемся от нее. А я не могла разговаривать, мне было плохо, очень плохо. Я не могла этим поделиться. Поделилась я этим, наверное, через полгода или даже еще позже. И то с трудом, и со слезами на глазах.
очень тяжело принять то, что ты делала вроде бы все правильно, все хорошо, и ты молодец, а у тебя вот так. Это очень тяжело принять мне, мозгу моему, сознанию моему. В этот раз я поступила по-другому, я рассказала все и сразу, и как есть. Я не могу сказать, что мне стало легче, но молчать я точно не могу. И еще раз, мои дорогие, все люди разные. Кто-то переживает горе молча, кто-то переживает его более бурно. В палате лежит 5 человек вместе со мной. И у всех разная беда. И все по-разному реагируют на это. К этому привыкнуть невозможно. Но пережить это надо. То, что мне сейчас предстоит, очень страшно для меня, честно. Хоть я уже знаю, что меня там ждет и как это все будет проходить, но это страшно. Я сейчас активно разговариваю с детьми, особенно со старшими, созваниваюсь. Они меня любят, ждут. Я их тоже очень люблю и очень хочу поскорее вернуться домой. Спасибо, что не оставляете меня своим вниманием и молитесь за меня. Я все равно из морозильника достаю. Ну, она обещала. Мне даже сейчас... Все закончилось, я в строю, пока еще слаба, но думаю, что завтра мне уже станет лучше. Я пошла в палату, пока меня еще очень сильно шатает. Сегодняшняя первая еда. Да. И попки чистят.